Всем привет! С вами Сергей Афанасьев, я менеджер туристического агентства, и вы на канале Турагент 63. И в этом коротком видео мы с вами посмотрим обзор отеля ОС Суи, который находится в Курзала. Вот сзади меня стоит это здание, вот так вот помпезно, с такими большими, как их правильно называют, не буду врать, короче, статуями красивыми. Очень такой пафосный отель, который любят наши туристы, честно скажу, которые приезжают с удовольствием, возвращаются с удовольствием, с кучей эмоций. Буквально посмотрим территорию, посмотрим номерной фонд и покажу пляж. Вот. Вот такие вот красивые статуи. В вечернее время отель очень красиво подсвечивается. Вообще, скажем так, помпезный, стильный. Идем в зону ресепшена. Прохладно, свежо. Смотрите, какие кресла королевские нас встречают. На входе встречают всегда вкусняшками, печенюшками, напитками, welcome drink и так далее. В зоне ресепшена есть много зон, где можно отдохнуть. На всей территории работает Wi-Fi. Пожалуйста, такие классные диванчики. Отель принадлежит цепочке сети ОС. А это говорит о том, что это качественная цепочка сети отеля. Это хороший сервис, классная кухня, без преувеличения. Все гости, кто отдыхал в отелях ОС, столько положительные эмоции привозят из отпуска. И выходя с ресепшн, выпадаем еще раз на дворик. И вот такая вот небольшая территория. Вот буквально вот такая небольшая территория нас встречает. Отель открывается через неделю, поэтому сейчас вы не видите здесь никаких ни шезлонгов. Здесь тихо, спокойно, не играет никакая музыка. В 22-м году, в мае месяце, соответственно, поток туристический из России, он сократился. Отель был вынужден переориентироваться на туристов из Европы. Это говорит о том, что отель сохранит свое качество сервиса, питания и сохранит все свои, как говорится, прелести. Но при этом цена остается в этом году практически прежней. Вот, вот выглядит зеленая лужайка рядом со входом в отель. Здесь можно прогуляться, посидеть, бар, и там сцена, где проходит еще дополнительная анимация вечерняя. А лучшие цены на туры вы найдете на нашем сайте turagent63.ru. Тут же вы можете оставить свою заявку на подбор тура, написав свое имя и номер телефона, и мы свяжемся с вами в ближайшее время и подберем для вас лучший вариант. Также вы можете написать нам на Viber или WhatsApp по номеру телефона, указанному внизу экрана. Так, отель ОС Hotel Sui в Курджаларе, номер категории стандарт. Здесь мы видим с вами умывальник, душевая кабина. Смотрите, все чистенько, блестит. Отель ждет уже своих гостей. Все фирменные, пожалуйста, шампуньки, наборы. Вообще идеально все блестит. Красота. Мини-бар выполняется каждый день. Холодильник. Смотрите, все. Мебель вся чистенькая, новенькая. Вот такой вот замечательный номер. Предназначен для размещения максимум четверо гостей. То есть три полноценных кровати, скажем так. И еще экстра бед, евро-раскладушка. О! Класс, класс. Рабочая зона. Еще. И смотрите, какой обалденный, классный, красивый вид открывается с балкончика. То есть, особенность данного отеля, это очень компактная вот такая вот, мы видим с вами, территория. Вот прям вот такая вот небольшая она. То есть, основной бассейн, буквально три горки. И с той стороны, еще с другой стороны, там есть зеленая лужайка, там амфитеатр и так далее. До моря идти здесь, ребята, ровно 7 минут пешком. Вот в ту сторону идем. Смотрите, какие подушечки, подголовнички мягенькие такие. Блин, стены все чистые, аккуратно. ОС Hotel Sui, так, номер категории Family. Также приходит у нас замечательная чистенькая ванная комната со всеми мыльными принадлежностями. Здесь, смотрите, первая спальня, скажем, родительская. Большая двухспальная кровать, свой телевизор есть, зеркальце, еще одна комната, смотрите. Аж целых три кровати, то есть специально на большую семью. Прям как у нас. Двое взрослых, трое детей. Здесь вид у всех номеров у Family, он абсолютно разный. Поэтому кому, в принципе, что достанется. У кого-то будет вот такая вот терраса. И с видом на
бассейн на внутренний дворик, а у кого-то может быть торцевой вид. Вот. Друзья, хочу сказать спасибо всем, кто смотрит наш канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто поддерживает нас, кто пишет свои комментарии под видео. Для нас это очень важно, важно для продвижения нашего канала. Напомню, что мы являемся полноценным туристическим агентством. Мы бронируем туры всех городов вылета во все страны. У нас очень богатый опыт. Мы уже проехали более 30 стран. Ездим за границу очень регулярно, снимаем обзор отелей, курортов. Нам реально есть что предложить, как для отдыха с детьми, как для отдыха с взрослыми, как активный отдых. Пожалуйста, как говорится, можем предложить любой отель, любого уровня, на любой запрос. Чем мы отличаемся от всех агентств? Ну, это, наверное, для нас важно, чтобы ваш отдых прошел только на отлично. То есть мы подбираем туры индивидуально, только под вас. Поэтому, если вас заинтересует какой-то отель, и если вам нужна консультация для подбора тура, то оставляйте заявку на нашем сайте Турагент63, и мы вам обязательно поможем. Друзья, отель находится на второй береговой линии, до моря буквально 7 минут прогулочным легким шагом. Хочу вам показать дорогу до пляжа. На пляж регулярно, практически каждые там 15 минут ходит трансфер, он ходит не по расписанию, а то есть если есть хотя бы кто-то из гостей, он их сажает и сразу везет. И сейчас мы с вами увидим, насколько замечательный и, ну, реально крутой вид открывается, смотрите. Вот такой вот классный вид открывается на лагуну в Куржаларе, на пляж. Смотрите, какой вид офигенский. Друзья, ну вот мы прибыли на пляж отеля Осуи. Трансфер занимает буквально 2-3 минуты, без проблем. Пешочком, если прогуляться, это 10 минут прогулочным шагом, без проблем. То есть сзади меня вот еще не подготовили, сейчас май месяц начало. Отель еще не открылся на данный период времени. Там шезлонги, навесы, детская игровая площадка, бар, снэк-бар, соответственно, со всеми напитками. Ну и явный такой яркий плюс и преимущество данного отеля. Это, смотрите, какая обалденная, красивая лагуна. Смотрите, какого красивого цвета море. На пляже, смотрите, у нас не галька и не песок, а вот такая прям мелкие камушки. Очень приятно, комфортно по ним ходить босиком. Получается такой естественный как бы массаж ног. И смотрите, идеально прозрачная вода. Кстати, вот благодаря тому, что здесь находится залив, даже если когда высокая волна, большая, шторм, здесь купаться в этой части пляжа можно спокойно, даже деткам безопасно. Идеально прозрачное море. Там вдалеке на глубине есть большие камни. Можно поплавать с маской, с трубкой. Там есть рыбки, есть все развлечения водные. Ну, микроклимат в Куржаларе здесь просто бомба. Супер. То есть красивейшие виды. Смотрите, какого лазурного цвета море. Здесь буквально 5 метров нам будет уже по грудку. То есть имейте в виду. Но заходить очень комфортно, хорошо. Итак, друзья, подведем итоги по отелю Осуи. Не забываем, что мы являемся туристическим агентством. Если вам нужна помощь в бронировании туров, если вам нужна помощь в подборе тура, обращайтесь, оставляйте свои заявки на сайте Турагент63. Я вам с удовольствием помогу. Про данный отель хочу сказать, отель сетевой, это плюс, это говорит о качестве, о сервисе, о стабильности, хорошая разнообразная кухня, современный стильный номерной фонд, разнообразная анимация, активная анимация в течение дня. Чуть меня не захлестнуло, короче. Ладно. И самое главное, это то, зачем сюда приезжают туристы во второй, в третий, в десятый раз. Это та бухта, в которой находится пляж у данного отеля. Пляж просто бомба, ребят. Это прям вот лежишь, отдыхаешь, смотришь на этот зеленый мыс, наслаждаешься чистой водичкой, безопасный вход в море, мелкая галечка. Просто кайф, ребят.
Отель продается по очень привлекательным ценам. Сейчас май месяц 22 года. Мы видим с вами, народ вовсю купается. Пожалуйста, вода, кстати, в этом регионе, благодаря тому, что здесь залив, она теплее на 1-2 градуса. Данный отель можно смело выбирать как в межсезонье, это в мае, а также в конце осени, в октябре. Это просто сказка здесь, одно удовольствие. Ребят, если понравился данный выпуск, не забудьте нас поддержать своим лайком. Задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием постараюсь на них ответить. И до встречи со следующих видео. Пока-пока.